Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Недавно был на одном телеграм-канале для смарт-часов Huawei, Honor, и там увидел вот такой циферблат. Циферблат мне понравился, стоит он 65 рублей, недорого, но циферблат действительно прикольный. Такой вот красно-изумрудный какой-то у него, да, фон, прямо вот красно-изумрудный. Дальше число месяца и день недели целиком. Дальше цифровое время в 24-форматном режиме, да, погодка, здесь виджет сообщений, дальше окошечко калорий, шагов, дальше стресса, батареечки, ну и естественно у нас тут пульс. Все эти зоны кликабельные, пожалуйста, все до одной кликабельные можете открывать. Также кликабельный виджет погоды тоже отображается, естественно, нажимаете на него, все срабатывает, все показывает. Далее, что у нас здесь из интересного? Из интересного, дорогие друзья, то, что он вообще практически электроэнергию-то у нас и не кушает, хранит, так скажем, запасы нашего аккумулятора. Первый уровень, есть второй и третий. Третий — это когда вообще ужас, второй так себе, а первый вообще прекрасненько. Ну, как я уже сказал, в описании видео ссылочка на данный циферблат. Качайте, я думаю, что вам это тоже понравится. Ну, вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь. Пока.